27 ноября 2018 года на полигоне вывоза бытовых отходов в городе Энгельс Саратовской области управлением Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с законодательством России уничтожена подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, яблоки свежие в количестве 130 кг, происхождением Республики Польша, ввезенные из Республики Казахстан, и выявленные инспекторами на приграничной территории с Республикой Казахстан. Уничтожение происходит механическим способом.